Всем привет, вы на канале Качал. Мы будем играть в очка. Пича очень тихо. Все, можно действовать. Так. Это 616. Я либо жил. Ты видел такой шумный смоткач? Я тебе не верю. Вот дерьмо. Ну, поехали, шериф. Ну вот. Из-за смоткача я укатил в саму чертову дерьмо. У кавра высасывает качуга и дюда. Да мне по... И тебе, диджей, место. Вот дерьмо. Вас предупредили о том, что, что когда вы едете на дороге, телефон в багажник. Чик ясно, но вы все равно слушаетесь. Кстати, где у нас челлендж, а я на побег из тюрьмы. И участники у нас диджей, Бюгер, Смэмпкач и Паршня. А за этими участниками будет сидеть шериф. И охранник. Нет, это один участник. Выберите силы, то одно очко просчитано. И тогда шериф не сможет ничего сделать. Ладно, придумаем план. Итак. Ой, я заметил, где одно хрупкое место в этой брюшетке. А именно, разговорочки строю. У тебя какой-то вопрос? Да, да. Когда будет обед? Обеда не будет. Ладно. Вот так. И передо мной. О, я предупредил. Но шериф, к сожалению, меня сбил. Куда? А ну, вернулся на место. Оу, кстати, шериф. Вы опоздали. Я смог выехать отсюда. Ну вот. Шериф, там где-то полетел скорость. Там где-то полетел скорость. Все, можете выезжать отсюда. Спасибо, Круз. О, меня обманули. А ну, стоять. Свобода! Эй, кончик. Я в таких. Надо сбить. Давай этот челлендж опустим на горосе. Я попробую. Да пожалуйста. Да что это? Это дерьмо. Диджей, что хочешь сказать своим зрителям? Я понял правду, что не надо обманывать. И некоторых обманщиков отправляют в тюрьму, поэтому я не буду обманывать. На сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч.